יש פה טבע והגנים על הזכות לבקר בתקופת הקורונה. הזמנים קשים. מאחל לכם הרבה הצלחה והרבה תיירות חוץ שתגיע אליכם. תודה רבה. И там внутри было, чем сейчас мы коснемся с тобой, железная дорога. Сейчас их тоже коснемся. Все, вот она будет качать, потом где поднимемся. И вернется. Да, да. Эти гроты соединяли, ну, железнодорожные сообщения устроили, чтобы соединить переход Сирии, когда взяли под контроль Ливан, перед войной, перед Второй мировой. Gracias.